Следующее направление группы элементов – это управление работами. Здесь, опять-таки, я уже говорил про это, важно понимать, что есть план, а есть расписание. Вот самые там правильные слова, которые есть у нас, это расписание работы, это, допустим, на неделю, на смену, а план это на месяц. То есть вот эти вот два горизонта планирования, они разделяются у нас на планирование и на управление работами. Ну и в частности, опять-таки, если говорить там, про технические средства, очень многие сейчас кинулись вот в эту вот тему. То есть давайте мы выдадим планшеты, давайте мы выдадим механикам какие-то переносные устройства, сканеры кодов, но при этом они перепрыгивают через процессы планирования, то есть сразу давайте что-то выдавать там мобильное устройство. То есть это, опять-таки, в нашей методологии это некий следующий этап планирования, когда уже план есть, уже он определен как ресурсный план. И мобильное устройство просто помогает мастерам действительно контролировать оперативное выполнение этого плана путем недельных каких-то вот недельных расписаний.